не то что не слаженность, а раздрай. Это еще, вот говорят, они там, мудви путы там разные обзывают, Путина медведя. Да хорошо, что они рядом вместе, друг другу не противоречат. Хотя в одном меняются, рокируются, то один президент, то другой. По крайней мере, между ними хотя раздрая-то нету. Но везде абсолютно, где бы ни взял их. Вот в интернете работаешь, русские между собой двое. Неважно, кто они, сектанты, они между собой буквально насмерть вот так сцепляются где-то. Ни одного мусульманина нет, чтобы они между собой спорили перед народом. Ни одного. Ни одного еврея нету. Эта нация приготовлена Богом на полное уничтожение. Это прямо поставлена задача масонов истребить славянские нации. Оставят только обслуживать дорогу где-то. Мы вчера тут были, разговаривали. У меня поступили сведения. Я сведения прям настоящие. Я пытался узнать, правда это или нет. Ты член общины местной? Нет, выбыл. А? Выбыл. А когда выбыл? Ну, меня это, вычеркнули. Вычеркнули? Как вычеркнули? Причина какая? Смена места жительства. Ну, как-то ты туда приезжаешь, смена места жительства. Виталий в том же месте живет, и Виталий член общины, ты нет. Нет, подожди, что значит приезжает? Ну как приезжать? Я здесь в каждом доме внес свою лепту, каждый дом я строил. Я строил церковь. Да сейчас не об церкви говорить. А в чем? Об отношении к общине. Ты из этого не выходи. Выбыл, никуда. Выбыл. Ну выбыл, почему выбыл? Вот у нас сейчас есть люди, которые члены общины. Давайте я конкретно. Я объясню тебе, члены. По существу лишних слов не надо. Члены общины, смотри, Тогул. Находится она в Тогуле, это вон где. Находится в Тальменке, и они члены общины. Они приезжают, почему? Потому что они здесь причащаются. Они приезжают раз в год, но они члены общины. По конкретнему. Я тебе объясняю. По конкретнее вопрос. Я тебе поясняю, на твой вопрос ты сказал, я выбыл. Я тебе объясняю. В Темиртау у нас есть. Приезжает Свердловск, они члены общины. Так, дальше что? Вот об этом я спрашиваю. Ты не член общины. Почему? Причина? Потому что я в другую общину хожу. А, в какую общину? Вот отец Виталий. Ну, это вопрос другой. Я просто не знал. Я хотел его узнать, что так агрессивно-то сразу. Я выбыл место, я спрашиваю, где ты ходишь, где ты бываешь. Вопросы ты оттуда ходишь? Выбыл по месту жительства, сменил место жительства. У них еще нет, все, вопрос снятый. Если ты член общины, тогда разговаривай как член общины. А не член общины, мне там и дела мало. За тебя отвечает другой. Да, другой отвечает. Да. А раз другой отвечает, значит он отвечает не перед прокурором, он отвечает перед Богом. Почему священники, большая часть священников, вот 10 человек, минимум 6 будет в аду. Иоанн Златоуст говорит, почему? Потому что он за каждую овцу отвечает. И говорит, если одна овечка погибнет по твоей небрежности, священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее, а их миллионы гибнет. Виталий, он своих знает, а другое, вот он за это отвечает.